По численности населения в регионе город Мозырь второй после Гомеля. Однако действительно значительных проблем, которые требуют вмешательства главы области, здесь наверняка немного. Во всяком случае, на личный прием к председателю облисполкома записались всего 7 человек, причем некоторые из них проживают в Калинковичском районе. Кроме того, решения по значительной части озвученных проблем уже принимались ранее на самом высоком уровне, однако люди пытаются вернуться к ним снова. Еще 9 человек обратились на прямую телефонную линию, причем мозыряне не только озвучивали просьбы, но и выражали благодарность за оснащение учреждения образования спортивным инвентарем и приобретение для детской больницы современного аппарата УЗИ. Его приобрели за средства, заработанные на субботнике. Одновременно за эти же средства для учреждения закупили аппараты для выявления нарушений работы сердца и круглосуточного измерения артериального давления. Сегодня больница обслуживает более 27 тысяч детей и подростков. Новое оборудование позволит значительно повысить качество лечения. Ранее у нас был аппарат среднего класса. В настоящее время мы приобрели аппарат высокого класса, который дает возможность большего разрешения. Это видна картинка более лучше. Это можно заподозрить какие-то мелкие нарушения, мелкие изменения. Это очень важно в правильной постановке диагноза и дальнейшем лечении ребенка. Еще один звонок на прямую телефонную линию касается развития творческих способностей школьников. В связи с аварийным состоянием здания в Мозыре закрыли Центр творчества детей и молодежи. Сейчас занятия кружков проводятся в разных школах города, что очень неудобно. В прошлом году центру передали бывшее здание суда, и сегодня мозырян очень интересует ход реконструкции. В текущем году мы в Мозырь вкладываем большие денежные средства в модернизацию всех улиц и объектов. Поэтому до конца года мы постараемся это, конечно, максимально ускорить, возьмем на контроль данное здание по ремонту и постараемся его сделать до конца года. Но позиция такая, чтобы сделать, мы планируем к дожинкам все сделать, которые будут в сентябре, в октябре месяце. Поэтому, по крайней мере, до 1 ноября мы сделаем его. После завершения прямой телефонной линии наша съемочная группа посетила здание, где будет находиться Мозырский центр творчества детей и молодежи. Проект его реконструкции разработан и находится на согласовании. Некоторые ремонтные работы уже ведутся. После получения всей необходимой документации залы бывших судебных заседаний переоборудуют в помещения для занятий танцами и проведения репетиций. Воспитанники центра являются участниками всех проводимых в Мозыре праздничных мероприятий. Работает на этом здании наши местные организации строительные. Осуществляется контроль УКСом, поскольку УКС является основным заказчиком. Ну и, конечно, мы тоже контролируем и районный исполнительный комитет. В здании пытаемся создать условия, которые нам необходимы для работы с детьми по разным направлениям. Алексей Тюров, Максим Савин, Евгений Макеенко. Новости недели.